И всем привет! С вами я, Александр Сучков, и в данном видеоролике мы играем в... Угадайте во что? По названию вы, наверное, уже прочитали. Мы сегодня играем в Hello Neighbor Beta. И сегодня мы просмотрим вообще всю эту игру. Но мы начнем сначала, потому что я тут уже пытался что-то пройти, у меня не получалось, и... Ладно. Играем заново. Вот у нас что-то там начинает происходить, потому что это вот, ну... Как вам сказать-то? Начальный видеоролик по Бетте, потому что, ну, я решил снимать потом следующие видеоролики уже не сначала, а уже, как вам сказать, с середины, когда он уже приехал в тот дом. Мы просто сейчас пройдем это заново все. Довольно-таки в Бетте они что-то сделали по-другому. Вы смотрите, уже мультик какой-то пошел вроде. Не знаю, мне пока что все нравится. Это же прохождение наше все-таки. Так, нам кинули письмо. Окей. Итак, вот, мы играем нашим человеком. У нас есть... так, давайте я пока что... У меня что-то слетело там. Давайте я... сеттинги, наверное, слетели у меня. Давайте я language на русский поставлю. Потому что так будет проще, наверное. Так, кстати... Графон у меня нормально стоит? На ультра, да. Вроде нормально. Так. Или стоп. Может там что-то... Ладно. Неважно. Потом. Как-нибудь. В течение игры как-нибудь сделаешь. Так. У нас есть дом. Пока что я просто осматриваю дом. Тут у нас ничего нет. Офигенно огромный... Ключ. У нас есть офигенно огромные какие-то такие штуки. Какая-то мебель. Такого я еще не видел. Камера стала... немного ниже, чем было, но лаги так и остались через карту, когда ты проделаешь, так. Так, можно... А, кстати, можно туда забраться? Нет. Было бы прикольно туда забраться от соседа, но нет. Видимо, нет. Стул какой-то другой. Так. На полках что-нибудь есть? Вроде ничего нету. Картинка, часы. Кстати, мы можем с часами нашими ходить. Так. Ладно. Так, еще здесь был наш чемодан. Так, сначала давайте возьмем письмо. Так. Окей. Письмо, пусть он пока что читает письмо. Так. Окей. Ладно. Теперь у нас есть задание найти чемодан, найти ключ, положить ключ в чемодан, найти дом, открыть дверь и занести вещи в дом. Мы чемодан уже нашли, то есть чтобы не было таких сложностей, это как бы такое прохождение, когда я уже все знаю здесь в начале, заметьте, что в начале, потому что не знаю, что будет. Так, положить ключ в чемодан, найти дом. Так, и нам осталось только выйти, но я выходить что-то не хочу, потому что я хочу в чемодан положить все то, что у меня есть, потому что это важно. Все то, что здесь есть, телевизоры. Блин, нет. Че у меня? Блин. Что-то игра вылетела немного, ну ладно. Неважно. Сейчас я отключу одну программу, потому что она постоянно мешает мне играть в игру. Ладно, неважно. Так. Ключ мы положили, да? Так. Кладем сюда. Телевизор, я не знаю, вот так вот что-то положить. Но этого, наверное, будет достаточно. Так. Поехали тогда. Не знаю. Давайте посмотрим, что будет. Я пока что не знаю, что будет. Прикольный дом, конечно, у него есть, потому что он живет в городе в каком-то, и чемодан уже собран, и по мультику видно, что он взял чемодан и вышел из дома, а именно он поехал куда-то. Мы пока что не знаем куда. Нет, ну я, конечно, знаю, но надо как-то подыграть. Ладно, бодропа жаловать, как это там что-то такое было написано. И мы, как всегда, приезжаем, вот это вот уже мы видели в какой-то альфе, во второй, что ли.
Или я ошибаюсь? Или в третий? Нет. Так, вот. Значит, мы опять в этом доме, доме соседа. Заметьте, сразу, если это дом, конечно, соседа, то можно заметить то, что он офигенно опять сменился. Мы здесь не видим рельс, мы видим какие-то здесь дома. Давайте мы пока что все осмотрим здесь. Так, мы видим здесь это, мы сразу будем здесь это все копать, пока соседа нету. Мы должны все это выкопать. Всякие вот эти вот штуки, которые нам просто не нужны. Мы сразу же начнем прохождение отсюда, потому что я вам не скажу почему. Мы просто начнем отсюда уже. Так, здесь мы сразу ничего не находим. Так, значит, бежим дальше. Бежим сюда. Давайте, может, здесь что-то есть. Нет. Вряд ли. Так. И главное... Не, здесь меняется день-ночь. Вот сам прикол какой. Так, мы сразу все здесь просмотрим. То, что есть, то, что нету. Так, просмотрим сразу эту штуку. Здесь у меня закрыта дверь. Как и там, наверное. Да, здесь тоже закрыта дверь. Здесь все забито. Но... Так. Здесь у нас что-то должно быть. Пока что это не проделано. Побежали обратно. Это что такое? Это вот интересно. Что это такое? Это вот летающая хрень. Интересно. Ладно. Так, пока что это все. Машинка проехала. То есть это уже город, считайте. Так. Мы сразу берем. Открываем здесь. Нет, не открывается. Охрененно. Так, а где мы ее открыли? Так, открыть дверь. А в смысле, как я ее открыл? А, чемодан. С ключом, я же туда телек положил. Ну, не важно, ладно. Это не важно. Посмотрим. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое было? А, кстати, да, на ключе же можно это, летать. Я же это помню. Нет, походу на этом нельзя летать. Но на этом, я думаю... Нет. Не уверен, нет. Вряд ли. Здесь какая-то есть мусорный бачок. Очень странный какой-то мусорный бачок. Видимо, он какой-то переделанный. Но он круто летает. Офигенно. Ладно. Давайте мы уже начнем. Так, нам нужно что сделать? Нам нужно... Я тут поправил камеру немножко. Так, открываем эту штуку, берем наш лом. Идем сюда. Ломаем то, что здесь есть. Так. И можем войти. Но! Подождите, подождите. Мы пока что здесь ходим по дому соседа. Давайте... А как он сюда попал? Здесь можно взять даже гвозди. Охренеть. Давайте их покидаем. Здесь даже эти штуки можно взять теперь. То есть от соседа теперь можно офигеть как прятаться. От него можно какие-то делать его... Не знаю даже как объяснить. Короче... От него можно прятаться как-нибудь. Давайте это пока что мы накидаем. Еще я проверю один баг сразу уже. Так. Бежим сюда. И вот в этот наш дом мы здесь им спрячем. Давайте здесь. Мы оставим здесь лом. Зачем лом, я вам... Ну, не знаю. Получится ли его оставить или нет, мы это узнаем позже. Не, я что-то не уверен, что он здесь останется. Ну вот, если его куда-нибудь сюда закинуть, потому что это будет наш дом вот этот. Я не уверен. Давайте посмотрим. Так, что у нас по заданиям осталось? Это занести вещи в дом. Давайте сразу осмотрим дом. Здесь мы можем смотреть? Нет, не можем.
Двери все закрыты. И заметьте, можно посмотреть туда, и тут ничего не закрыто. То есть... Вообще, я могу туда войти, но здесь... Здесь... Не знаю. Не входят почему-то. Ладно. Неважно. Так. Так, здесь все забито, почему-то закрыто, все как-то странно. Ладно. На это обращать внимание, наверное, не надо. Диван какой-то. Какие-то вещи, все закрыто. Путь туда. Хотя я бы туда с радостью бы пришел, потому... О, эта штука-то открывается. Шикарно. А это что? Да, в общем, тут никак не пройти. Но мы можем спрятаться в шкафу. Мы уже можем все делать. Здесь есть окно. А, нет, окно нет. Сразу давайте проверим холодильник. У нас есть карточка здесь. Только я не знаю, как его тут, не знаю, разморозить. Или как сделать. Как сделать-то, блин? Уже нет ничего. То есть сразу давайте все здесь просмотрим. Как нам? Во! Шикарно. Кстати, ребят, давайте проверим один баг. Я сейчас нашел просто новый баг. Давайте положим это сюда. И будет ли у нас это работать? Нет. Может, я не так делаю? Во! Но это не сама горит, это все. Это я не знаю даже, что горит. Ладно. Не горит у нас доска. Ладно, ну вообще она должна гореть, по идее. А если мы на нее встанем? Нам просто пофиг, это какой-то просто лак. Не знаю, так. Ладно, часы. Сразу смотрим, здесь какой-то пакет молока, салфетки какие-то. Или что-то такое. Так, здесь у нас ничего нету. Но мы нашли карточку. Во, самое главное. Мы нашли здесь карточку, но она заморожена. То есть, тем самым мы не сможем ничего сделать. Ладно, давайте просмотрим сразу все. Потому что когда здесь будет сосед, мы будем здесь уже как бы бегать от соседа. Так, говорить здесь все проделано уже. Так, ладно, тут сказали накидать своих вещей. Это ж просто. Так... Так. И что там еще у меня было? Коробка? Так. Но подождите. Так. Ни хрена. Ведь это ведь ни хрена. Не знаю, зачем это сделано. Видать, это должно как-то работать против соседа. Он должен смотреть почту, а мы... То есть это как отвлекание, что ли? Но я не уверен, что это работает. Это надо проверять еще. Так, вроде мы пробили эти вещи-то отсюда. Так. Так. Не, давайте. Так. Во! Нет, у нас не полетел этот. Ладно, вот стул наш, то есть мы остались там. Давайте посмотрим, как это будет реагировать с игрой. Стул стал двигаться! Серьезно? Очень хорошо, значит, сделана игра. Смотрите. Охренеть. Ладно. И мы уже начали... Так. Кто-то где-то уже кричит. И наш игрок просыпается. Персонаж, извиняюсь. Да. Так. Значит, чё? Значит, чё? Это наш дом. Это у нас все готово, это мы уже чашки наши все сделано. Так. Ладно, в следующей части, надеюсь, мы все это пройдем. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.